Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли прославилась как исполнительница главной роли в сериале «Великолепный век». Мерьем удалось настолько ярко воплотить на экране образ Хюрем Султан, что уже на следующий день после выхода сериала она проснулась знаменитой. Сегодня ее знают не только в Турции, но и в Европе, странах Азии и, конечно же, на просторах постсоветского пространства. И вот совсем недавно 37-летняя Мерьем Узерли оказалась опять в центре внимания. Только теперь не потому, что она в очередной раз блистательно сыграла роль в сериале, а потому что вновь беременна. И как только новость о беременности известной актрисы стала достоянием общественности, некоторые турецкие СМИ тут же обвинили Мерьем в недостойном для женщины поведении. Блюстители нравственности уверены, что дети должны появляться на свет лишь в браке. Актриса, ответив на обвинение в свой адрес, заявила, что ни один человек не вправе осуждать другого за рождение ребенка, так как это дар Всевышнего. Мерьем уже второй раз идет на такой шаг без статуса замужней женщины. Первую дочь Лару актриса родила в 2014 году. Тогда ее беременность и нервный срыв стали причиной ухода звезды из сериала на пике популярности. Помню, что Мерьем Узерли родилась в немецком Касселе в 1983 году в интернациональной семье. Ее мама немка Урсула, а отец турок Хусейн. Актерская биография Мерьем началась в возрасте 5 лет, когда девочка впервые вышла на сцену детского театра. А после выхода на экраны сериала «Великолепный век» актрису сразу же назвали эталоном женской красоты и поставили в один ряд со звездами национального кинематографа. На сегодня Мерьем одна воспитывает 6-летнюю дочь Лару, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Поклонники актрисы ожидали, что ее продолжительный роман с турецким бизнесменом закончится свадьбой. Но в августе 2013 года пара без объяснения причин рассталась. После чего Мерьем призналась, что больше ее личная жизнь никак не связана с бывшим возлюбленным. Мерьем Узерли уже несколько лет большую часть своего времени проводит в Берлине, где к тому же открыла ресторан. И вот, несмотря на свою деловую занятость, актриса приняла решение о рождении второго ребенка. Всех, конечно, волнует вопрос, кто является отцом второго ребенка звезды. Мерьем сообщила, что ее любимый американец, который ради нее даже переехал из США в Германию. Уже известно, что у актрисы будет девочка. Она должна появиться на свет в январе следующего года. А после того, как турецкие СМИ обвинили Мерьем в недостойном для женщины поведении, актриса заявила: «Те, кто считает, что я не собираюсь замуж, ошибаются. Мой любимый человек сделал мне предложение, и я ответила согласием. Мы не сыграли свадьбу только потому, что не хочу праздновать ее в условиях пандемии с 20 или 30 гостями. Я хочу устроить масштабный праздник». Кроме того, актриса посоветовала тем, кто ополчился на нее из-за внебрачной беременности, проще относиться к жизни. А вы как считаете, имеют ли право турецкие СМИ осуждать знаменитую актрису? Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!